Ты же не посмотришь этого мало. Прикольно. Хорошо, остановились? Слушай, третья. Кого-то догнал? Нет, никого нет. Медленно, да, очень? Хорошо. А вы молочко пили? Либо кого-то кушали? Вкусно было? Да. Какого цвета? Белого. Белый флажок. Белый флажок. Хорошо, смотрите, побегали. Давайте попьем водичку и сядем обратно на кружочки, на которых мы сидели. Музыку встал. Сейчас я принесу. Теперь я буду вам давать мячи. Только мы пока их держим в руках и не отпускаем. Вот, если вы мячик, вот бить его вот так не надо. Запомнили? Нельзя бить, запомнили? Просто в ручках крепко держать. Смотри, я бросаю мяч, ты его ловишь. Держи. Держи. Раз. Смотрите, теперь вперед мяч, ручки за мной, повторяю, мяч нужно вниз. Будешь брать мяч? Вперед, ручки. В сторону повернуть. В другую сторону повернуть. Еще в другую. Обратно повернуть. Вперед, вниз, вверх, вниз, вперед. Опустили мяч на траву, опустили. Хорошо, смотрите, опускаем мячик на травку и наступаем ногой. Легонько наступаем. Наступаем ножкой. Легонько. Наступаем. Ближе мячик к ноге. Хорошо. Другую ножку поставили. Другую ножку, давай меняй ножку. Хорошо, теперь можно менять быстрее. Одной наступили, второй. Правой, левой. Да, другую ножку меняешь. Бить нельзя пока. Бить пока. Наступай. Меняй ножку. А ты наступай. Наступаем. Раз. Раз наступили. Хорошо. Теперь смотрите, нужно будет наступить на мяч. И поперекатывать с носочка на пяточку. Вот так вперед-назад. Вперед-назад перекатывать мяч. Сначала одной ногой. Наступай, сильно не надо. Теперь мы с вами поменяем ножку. И второй, смотри, наступай. Перекатываем мяч. Наступай мяч. Хорошо. Не бей мячик, стоп. Пока нет. Можно мяч поставить ручками между ножек. Смотрите, ножки немного шире, так чтобы у вас мячик между ножек поместился. Все, стоит, да? Большие пальцы знаете, где между ногами? Да. Между ногами большие пальцы. Большие пальцы на ногах знаете где? Большие пальчики, да, меня? Смотрите, большими пальчиками внутренняя часть. Я буду затрагивать мячик и перекатывать. Ножки слева и вправо. Можете так на месте? Ножки пошире, я перекатываю. Перекатываем на месте. Одной ногой. Хорошо. Ножки второй. Хорошо. На тренера. Вот эти конусы, которые мы с вами позбивали, теперь нужно будет обратно поднять. Ставим просто, накрываем носик, ставим. Поднимаем, Матвей, все, поднимаем уже конус. Подними-ка. Так, тренер пошел, пошел дело. Матвей, подходи в красный оборот. Стоишь? По очереди, не видишь? Все надо. Не-не-не, ложка. Все, скоро ты пойдешь. Я не себя чуть не забыл. Иди сейчас. И осталось 20 минут.